Приобретут ли центральные улицы Махачкалы новый облик? Как изменится знаменитый ЦУМ и появятся ли красные зоны? Каким может быть новый спорткомплекс в Кизельюрте? Об этом в том числе говорили на подведении итогов работы Республиканского комитета архитектуры и градостроительства. 94 проекта благоустройства общественных территорий были подготовлены комитетом в прошлом году в разных городах республики. Подготавливаются новые нормативы градостроительства, проведены плановые проверки, которые выявили наиболее характерные нарушения при выдаче разрешений на строительство. По словам главного архитектора республики Низира Гусейнова, сегодня стоит задача трансформировать существующие улицы в более пешеходные. Возможно, это за счет оптимизации парковочного пространства и проезжей части. Участие в итоговой коллегии принял и госсекретарь республики Хизри Абакаров. И то, что до сих пор столь одиночные строения, от них надо отказаться. Нужно быть, чтобы был такой комплексный подход. Мне показали то, что по Махачкале сделали. Я смотрел видео Низира Смеловича, да, и то, что он в Дербенте сделал. Но если таким темпом действительно все, что вы делаете, оно будет реализовано, это большое будущее, которое мы оставляем нашим потомкам.